Снейк. Попытки избавиться от локального сопротивления было объявлено общенациональное чрезвычайное положение. Зачистка осуществляется ЧВС американского базирования Ravensword, одной из компаний под контролем Outer Heaven. Это означает, что за всем этим негласно стоит Liquid. Правильно. И на верхней строчке списка целей значится армия потерянного рая. Группа сопротивления, возглавляемая Биг Мамой. Снейк, ты будешь внедрен в область, в которой предположительно находится их оперативная база. Похоже на то, что ЧВС быстро развертываются, отрезая Биг Маме и ее группе пути к отступлению. Они, должно быть, все еще прячутся где-то в этой области. Тело Биг Босса хранится у них. Ты был добавлен в черный список ЧВС, так что тебе придется солгать по поводу своей личности по прибытии. Я подготовлю тебя, как избегать контрольных точек. Установи контакт с сопротивлением и найди Биг Маму. Это наш последний шанс. Мы должны заполучить тело Биг Босса раньше их. Следующий. Следующий. Next. Следующий. Надпись Next. На мониторе. СП авторизован. Следующий. Next. Следующий. Следующий. Я сказал следующий. Эй, ты. Двигай свой зад через машину. Эй, ты что, глухой? Уведите его. Ты пойдешь со мной. Я повторяю. Достаточно. Я заберу его. Но мы искали этого человека. Да, мэм. Пошли со мной. Next. Следующий. Ты выглядишь моложе. В чем твой секрет? Фейс камо. Маленький подарок от щупалец. Похоже, ЧВС знают тебя достаточно хорошо. Ты можешь не верить, но я ответственна за наблюдение за всей деятельностью ЧВС. Имея связи, можно пройти в любую дверь. Ты одна? Снейк! Эй, Снейк! Сюда! Эй, Снейк! Что не так с этим парнем? Послушай, Снейк. После доклада моему начальству о том, что происходит на Ближнем Востоке, я подробно оценил угрозу. Президент наконец-то понял всю опасность маленького восстания Ликвида и принял незамедлительные меры.
Теперь у меня под началом больше людей, чем мне на это требуется. Целая команда, набранная из армии и морской пехоты. Они уже на позициях. Смешались со здешними войсками США. Вы планируете справиться с ним силой? Это безумие. Слушай, так дела не делаются. Нет, это ты слушай, старичок. Я не подчиняюсь ни тебе, ни твоему полковнику Кэмпбеллу. Повторится то, что случилось на Ближнем Востоке. Нет, не повторится. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы сможем полностью отключить функционирование оружия от ЧВС. Они не смогут оказать сопротивление. Не забывай, мы контролируем систему. В твоем месте я бы не полагался так на систему. Мы раздаем их преобладающими силами, Мэрил. Послушай, Снейк, просто предоставь это мне. Тебе нет нужды жертвовать собой. Не рискуй своей жизнью без причины. Снейк. То, что ты пытаешься сделать, это не миссия. Я знаю. Это не правосудие. Это заказное убийство. Если ты знаешь, тогда... Слушай, наши понятия могут отличаться, но для меня ты до сих пор легенда. Герой. Я знаю все о том, что ты совершил в молодости. Это то, что движет мной. Я не могу смотреть, как ты погибнешь из-за чего-то столь бессмысленного. Не беспокойся обо мне. Старые солдаты никогда не умирают. Твое дело теперь наше дело. Тебе не нужно делать этого. Я не герой. Никогда им не был. Просто старый убийца, нанятый для одной мокрой работы. Отлично. Тогда мы просто поймаем его. Прежде, чем это сделаешь ты. Когда-то я любила тебя. Но теперь ты стал чертовски дряхлым, чтобы увидеть правду. Проснись и взгляни в лицо реальности, Old Snake. И не стой у нас на пути. Атакон. Они видели это лицо. Да. Похоже, что его тоже добавили в черный список ЧВС. И Мэрил вела себя странно. Ситуация становится все опаснее, учитывая, что здесь расположен американский карательный отряд. Нам лучше заполучить тело Биг Босса и поскорее. Но сначала мы должны найти Биг Маму, Снейк. Что мы имеем на данный момент? На улицах введен комендантский час. Единственное, кого ты можешь повстречать, это солдаты ЧВС и члены сопротивления. Да, я смотрю, тут слишком тихо для туристической поездки. Члены сопротивления собираются в убежище Биг Мамы. Так что для нас лучше всего будет следовать за ними.
Когда найдешь повстанцев, сядь им на хвост. Позволь им привести тебя к Биг Маме. Но как именно должен я найти сопротивление? Солдаты ЧВС растянули сеть на членов сопротивления, которые прячутся в городе. Они используют СП, чтобы уведомить остальных по радио любой информации, собранной в ходе поисков. Перехватив эти сигналы, ты можешь узнать о месте нахождения членов сопротивления в реальном времени. Перехватить их коммуникации? Как я это сделаю? Я оснастил тебя новым устройством для таких целей. Взломщик коммуникации ЧВС. Открой окно предметов и выбери перехватчик сигнала. Перехватчик непрерывно отслеживает передачу данных и переговоры. Когда ты будешь оснащен перехватчиком сигнала и услышишь разговор ЧВС и сопротивление, проверь свою карту. На ней отобразится локация. Понял. О, Снейк, я думаю, мы нашли способ излечить Райдена, правда? Да, мы вышли на связь с доктором Маднаром. Наоми и Санни уже в пути. С ними ничего не случится? Они немного севернее от тебя, это не боевая зона, так что там нет никаких контрольных точек. У них есть даже аппарат для диализа. Это займет некоторое время, но я думаю, что с ними все будет в порядке, хорошо. В любом случае, тебе нужно поторопиться и выйти на контакт с Биг Мамой, я понял. Если Ликвид доберется до тела, это будет конец. Следуй за сопротивлением. Так, у нас добавился новый предмет. Так. Поискама Янг Снейк с банданой. PMC's radio communications to learn where resistance members are most likely to be found.